Спасибо огромное. Так, привет, мои красотки. Я сегодня так тренировалась, меня прям конкретно сегодня тренировала мой тренер. Я сделала столько выпадов, это пипец просто. Наверное, за всю тренировку там 250-300 штук получилось. И поэтому те, кто у меня на марафоне «Красивый орех», не вы одни сейчас грузитесь прям тренировками, я в том числе. Ой, спасибо, спасибо, мои красотки, спасибо. Так, все, давайте поотвечаю на вопросы. Еще раз, потому что многие утренний эфир не видели, я его не сохранила. Как собраться с духом и начать? Девочки, у вас ошибочное мнение о нормальном сбалансированном питании. Собираться с духом надо тогда, когда предстоит какая-то дальняя дорога, либо пробежать какой-то длиннющий марафон. Вот тогда да, надо собраться с духом. Но когда дело касается красивого тела, красивого здорового питания, красивого, я говорю не зря, потому что там действительно блюда получаются красивыми, которые очень легко готовятся. И это абсолютно не требует собирания духа. Это все дается в кайф, особенно когда вы начинаете видеть результаты. Результаты девочки начинают видеть уже в течение 2 недель, потому что объемы на начальном этапе, они начинают просто таять из-за того, что ваше тело понимает то, что нормальная еда поступает в нормальном количестве, что ему не надо копить жиров, и тем более, когда человек начинает следить за своей порцией, то ваше тело, оно прекраснейшим образом отдает все то, что у него копилось на протяжении нескольких лет, и человек просто начинает сдуваться. Именно поэтому у меня девочки получают результаты, что за 1,5 месяца минус 27 сантиметров живота уходит, потому что это у многих отек. Отек, жир, это не только жир, жир, он в том числе и сдерживает воду. Когда у вас налаживается питьевой режим и режим покушать, то вот это все начинает из вас выходить, потому что ваше тело понимает, ага, она начала нормально кушать, значит, мне ничего делать не надо. Ева, что ты там взяла? Ева! Ева! Что ты там взяла? А? Что ты там принесла? Сейчас я договорюсь с тетями. Хочу к тебе на программу. Идем ко мне на программу. Описание программы в ссылке в шапке профиля. Так, про фунчозу был вопрос, но я его уже потеряла, потому что очень-очень много тут девочек присоединяется, все ушло куда-то туда, все, я уже потеряла это сообщение. Так, поэтому, мама, девочки, это полный бред, духом ничего собираться мама не надо. Вон моя девочка, которая накрасила, сейчас мы были в гостях, потрясающую помаду, которая ничем не отстирывается. Смотрите, покажи себя, покажи свое лицо. Да, помада, да, тетя Иринкина, да? Нравится тебе? Так, следующий вопрос. Надеюсь, Ева даст. Как вы создали такой офигенный курс? Обожаю. Спасибо огромное, мои девочки. Курс создавался исключительно из моего опыта. Я знаю прекрасно, что многие, когда создают какой-то курс, они делают специально его на месяц, чтобы человек потом был на присоске у них, на подсосе постоянно. Потому что они объясняют часть, но не объясняют сути. И человек, как только уходит, так скажем, предводитель из поля зрения через месяц, они нуждаются в нем так же, как и на первом этапе похудения. А я же наоборот. Я хочу, чтобы каждый человек... Ева, ты будешь мешать? Чтобы каждый человек научился сам, и тогда у него все начинает получаться. Иди. Иди, играй. Ну ты мешаешь, дочь. Тогда молчи, ладно? Отлично, вот-вот. Нужно уходить. Сохраню эфир, сохраню. Потише, Ева. Так, вот так и создавался мой курс. Это только мой опыт. Только мой опыт. Гульчика, можно фунчозу на ПП? Можно, но не каждый день и желательно на обед, потому что фунчоза делается на основе риса. Ева, сядь. Все, тихо. Тихо. Все, опять выйдешь. На основе риса, и поэтому он... Ева, тихо. Тихо. Вот так вот, девочки. Вот как проводить прямой эфир, скажите мне, когда вот это чудо намеренно перекрикивает меня? Ева, мы с тобой договорились, папчик завтра косметику точно не купит. Купит. Не купит? Я сейчас ему позвоню.
Не позвони. В учёту можно, на ПП, на обед. Мама, не позвони. А не мешай тогда. Как подтянуть кожу на животе после двух родов? Ждать. Если у вас будет нормальный стабильный вес, и вы не будете под этой кожей копить жирочек, кожа сама подтянется. Это полный бред, то что о, после родов надо отрезать живот, чтобы он стал плоским. Нет, нифига, надо похудеть и ждать полтора года. И живот сам втянется, и все будет отлично. Если вы думаете, что это огромное количество времени, поверьте мне, это проходит очень быстро, потому что живот подтягивается постепенно-постепенно, и у вас он с каждым разом будет становиться все круче и круче. Но под одеждой это все будет выглядеть очень круто. Ева, мешать или что? Так, лапочка просто какая. Какая лапочка, особенно когда не слушается. Мне кажется, я для нее сейчас такой период пустое место просто. Гуля, примеряете ли вы разгрузочные дни в вашей системе? Нет, у меня есть нагрузочные дни, когда я девочкам разрешаю кушать все, все что угодно. Так, ждать действительно, я ждала, у меня втянулся результат офигенный, отчет сами видели. Девочки, видите, это результаты пишут девочки с моего курса. Поэтому мама, не надо спасибо. Думать, можно иди. Поэтому не думайте, то, что живот это такое место проблемное, и что он у вас никогда не уйдет. Уйдет. Просто у многих жопонька ленивая, и они не могут дождаться вот этого результата. Я вам говорила и буду говорить, то, что когда я похудела, живот у меня был дряблый. И только после того, как я включила активный спорт, после того, как я уже придерживаюсь питания не первый год, только после этого он стал прилипать к мышцам. Это только-только время. Растяжки можно убрать как-нибудь? Так. Девочки, растяжки от похудения не появляются сразу, говорю, потому что у многих такое чувство, что я начала худеть, у меня появились растяжки. Знаете, как это происходит? Вы растолстели, кожа порвалась, вы похудели, растяжки стали заметны. Все. При похудении они не появляются. Растяжки убирает раз время и не убирает, делает их менее заметными. Их убрать только лазером, чуть-чуть шлифануть можно. Но обязательно ухаживайте за своей кожей, делайте скрабирование, делайте увлажнение кожи, заботьтесь о ней, и все будет отлично. Растяжки станут очень-очень мало заметными. И у меня тоже есть растяжки и на ляжках, и на попе, на животе чуть-чуть. Но их вообще уже незаметно. Вообще. У меня девочки, моя подруга, она похудела на 25 килограмм по моей программе, фотку я ее выкладывала. У нее были сине-фиолетовые растяжки, сейчас у нее просто они побелели и практически ничего не заметно. Она похудела и все стало отлично и красиво. Так, рыбу-карась можно, на ужин смело можете кушать. Так, здравствуйте, кукурузные лепешки вместо хлеба можно? Можно, но не всегда, это тоже растяжопа, если не сравнивать, не следить за количеством. Можно ли на ночь чай без сахара, естественно? Конечно, можно, девочки, пойду гляну, что Ева делает, заткнулась. Так. Во сколько можно есть ужин и что на ужин? Ужин должен быть за 3-4 часа до сна. На ужин мы кушаем белок и овощи. То есть мясо и овощи. Белок и клетчатку, то есть мясо и овощи. Так. Здравствуйте, ПП-конфеты, сколько можно и в какое время? Желательно либо на завтрак, либо на первый перекус, лучше на первый перекус, естественно. Ну, грамм 130 можете поесть, ничего страшного не будет. Кухонные весы, ваше второе имя запомните. Так. Ага. Как относитесь к диете 6 лепестков? Не знаю вообще, что это за диета, какая суть диеты. Могу рассказать про кету-диету, про диету Дюкана, про диету, когда якобы до 12 часов они могут... А, минус 30 килограмм, что-то система. До 12 я разрешаю себе все, потому что это ничего не откладывается, жир. Это ложь, пиздеж и провокация. Это диеты, которые работают временно, запомните. Они все равно убивают и дают бешеную нагрузку на ваши органы, которые вам однажды скажут, пошла ты в жопу, я не буду больше работать в нормальном темпе, я буду...
делать так, чтобы ты понимала, что я есть и что ты меня нагружаешь. Поэтому любая диета – это неэффективный метод похудения. После любой диеты сработает закон компенсации, потому что обычно там очень много ограничений, либо какие-то монопродукты используются, соответственно, вес будет возвращаться, как только вы на эту диету забьете большой и толстый болт. А вы на него, на эту диету забьете по-любому, только на правильное сбалансированное питание вы никогда не забьете. Вы будете питаться так всю жизнь. А любая диета – это временный кайф и временная потеря веса. Запомните, это не я сказала, это говорят диетологи, это говорят нутрициологи, поэтому верьте словам, под которыми стоит печать. Так. Ага, девочки, буквально сегодня на 10 вопросов отвечу. Расскажи о размерах порции, какой он должен быть, как рассчитать, какой должен быть. Девочки, размеры порции – это 250 грамм. Если на завтрак вы кушаете кашу, это 250 грамм. Если вы на завтрак кушаете правильную выпечку, это должно быть грамм 170. Если вы кушаете яйца, это должно быть 2 яйца, а не 15 яиц, и не 250 грамм яиц, запомните. Если вы кушаете обед, гречку с мясом, гречки должно быть 100 грамм, мясо должно быть 150 грамм, то есть углеводов меньше. Кухонные весы – ваш друг. Они всегда вам подскажут, что пора стопориться и не накладывать больше. Что касается ужина, можете накладывать хоть 250 грамм мяса, но овощей уже можем не считать, потому что от овощей мы не толстеем. То, от чего мы не толстеем, мы не считаем. Я вас полюбила. Спасибо, моя кроха. Так. Дальше. Привет, ты супер, спасибо огромное, мои девочки, мне очень-очень-очень приятно. Чем отличается фитпарад по номерам номер 7, 14? По сладости берите 7, он самый оптимальный, и по сладости он действительно где-то около чайной ложки сахара заменяет, один маленький пакетик, 1 грамм. Но по мне так он чуть-чуть слаще, потому что если я в чай раньше ложила чайную ложку сахара, то с фитпарадом мне достаточно полпакетика. Привет, привет, девчонки, всех вижу. Можно ли на завтрак молочный суп? Можно, но не чаще, чем один раз в неделю. Это все-таки растяжопная фигня на обычной вермишели. Если хотите на завтрак съесть углеводы, то ешьте каши, девочки. Они очень долго перевариваются, чувство сытости сохраняется надолго. Соответственно, вы просто не будете переедать до вашего обеда. И, пожалуйста, переставайте гонять на работе чаи. Займите себя чем-нибудь. Читайте полезную литературу, смотрите полезные видео, участвуйте в полезных марафонах. Но, пожалуйста, не надо страдать херней и идти за своими коллегами постоянно в прикуску пить чай там с печеньками. Это неправильно, это неправильный образ жизни, это неправильный образ питания, запомните. Вам кажется, что вы ничего не кушаете, съели печенюшку, а печенюшка на жопе отложилась. Вам кажется, что вы ничего не съели, а съели только сухофрукты, а сухофруктов было 170 грамм, а не 30. Хоп, на жопе отложилось. Все есть размер порции. Стройность это всегда высчитывание порции. Секунду, Ева заткнулась. Лежит, мультики смотрит. Так, а на завтрак можно тогда овсяную кашу на молоке? Конечно, можно. Кашу смело можете делать на молоке, ничего страшного не будет. И снимку на ушах. И запомните то, что от каши на молоке вы не толстеете, девочки. Ну не можете вы столько ведро молока туда положить, чтобы это отложилось на боках. Не можете. Чай с молоком можете смело пить. И когда мне начинают показывать с марафонов девочки меню, где они участвовали, там, блядь, я не знаю, им дышать по расписанию надо было. У всех такие жесткие запреты. Я удивляюсь людям, которые доходят до конца на таких марафонах. Я свои марафоны делаю абсолютно из максимально доступных продуктов. Абсолютно доступное приготовление, которое занимает очень короткое время. И все очень дешевое из продуктов, чтобы девчонки разного, так скажем, разного кошелька могли пользоваться, стройнеть без вреда абсолютно. Так, можно ли фитпарад заменить на мед при приготовлении блюда? Нет. Если у тебя цель похудения, заменять нельзя. Мед, тот же сахар по калорийности, растяжопище. А если хочешь похудеть и покушать вкусную выпечку, только сахарозаменитель. Только сахарозаменитель. У многих такое ощущение, я поем мед,
я же сахар не ем, я похудею. Я поем фруктозу, я похудею, потому что это же фруктоза, это не сахар. Зайдите, почитайте состав, поднимите свою пятую точку с дивана, откройте ссылку в телефоне, изучите сами хотя бы мизерные составы вот этих колораж меда, фруктозы, сахарозаменители, и вы увидите наглядно на цифрах то, что по, у фитпарада все по нулям, а у меда вот такой объем сахара внутри, у фруктозы такой же абсолютно. Соответственно, у вас уменьшение веса не будет, если вы использовать будете мед либо фруктозу. Секунда тишины у ребенка, это же сердце замирает, значит, что-то чудит. Мой обычно в тишине корм у кота забирает. Ну да, приколистка. Но у нас, слава богу, такого еще не было, но я все равно боюсь ее вот так оставлять надолго одну. Так, фитпарад беременным можно, а я не буду его точно, когда забеременею, пить. И вам не советую, потому что это все равно химический состав, хотя его разрешают маленьким детям, у которых аллергия, которым тоже хочется сладкого. Но именно при беременности, когда формируется ребенок, я не рискну. Ну, кому-то гинекологи разрешают без проблем. Но своим подопечным я говорю, то, что ты беременна, обязательно уточняй у своего гинеколога, можно тебе или нет. Кому-то разрешают, кому-то запрещают, то же самое при грудном вскармливании. Но если вы будете контролировать порцию при беременности и есть нормальное количество, то вы будете 100% красивой беременной, а не заплывшей вот такой вот мордочкой, как это было у меня. Здравствуйте, да. Здравствуйте, до 30 минут до сна можно выпить кефир? Зачем? Кефир это очень тяжелый продукт, особенно если его пить перед сном. У многих прыщи, здравствуйте, кефир перед сном. У многих газы и боли в кишечнике, здравствуй, кефир перед сном. Не надо употреблять молочку за 3-4 часа до сна, потому что это очень тяжелый продукт именно для кишечника. Я не советую. Хотите забить себе желудок и заснуть нормально, выпейте воды. От помидорки больше пользы, чем от вашего стакана кефира. Забывайте, это уже прошлый век. Я на кефире похудела, я перед сном выпила кефир, похудела. Я худею на кефире только. Это бред полный, это все вредно, когда вы используете что-то одно, то есть монодиеты какие-то, это вредно. Сколько можно чернослива в день? 30 грамм, не больше, сухофруктов. Ай, сейчас, девочки, подождите. Пожалуйста. Так. Все хлебцы, доктор Кёрнер, можно кушать сладкие? Нет, нельзя, только безвкусные, гречневые, рисовые, ржаные, такие можно со вкусом, они делаются на фруктозе. Красивое слово, вроде корень слова фрукты, да? Но это растяжопище страшное, просто даже не подходите к этому, к отделу с батончиками, с вкусными хлебцами. Это просто маркетологи не дремлют. Они вам пишут красивый состав, вот охеренный состав. И вы думаете, а, фруктоза, как полезно, все, похудею на 20 килограмм за месяц. На самом деле сдвига нет, вы удивляетесь, вы же на правильном питании, с утра кушаете фитнес, эти хлопья, заедаете это все батончиками, потом вы кушаете сладкие хлебцы доктор Кёрнер, блять, почему вес не падает? Потому что там растяжопные составы. Секунду, за Евой гляну. Посмотрите, какой вчера букет у меня муж Еве подарил. И мне такой же огромный. Но он в зале, я его сейчас принести не смогу. Классный, да? Сейчас обратно отнесу. Так, увидела по пути, решила показать вам. Так, девочки, программа у Гули бомба. Смотрю эфир, а сама банками херачу свою толстенькую жопочку. Таня, иди сюда, поцелую тебя. Му-му-му, моя красотка, умница, херач, и жопа будет офигенная. Так, а если в ужин творог с яблоком можно? Можно, но не каждый день, потому что это слабый ужин, скорее всего, однажды нападет жор именно перед сном. Ужин, девочки, белок и клетчатка. Белок, он очень долго переваривается, то есть куриное мясо, мясо птицы, морепродукты. Соответственно, чувство сытости будет долгое, организм при этом не получает лишних калорий, он не будет толстеть, и вы будете прекраснейшим образом скидывать вес, не переедая на ночь. Так. Как делать вакуум для живота? Вот, девочки, я сейчас встану в платье в коротком, задеру
и покажу, как делать вакуум. Есть такое приложение, как YouTube. Зайдите, наберите, как делать вакуум правильно. Миллионы видео, зайдите, посмотрите, занимайтесь вы уже саморазвитием. У меня есть девочки, которые мне отправляют каждый состав. Ну вот в день могут 70 сообщений отправить один и тот же человек. Гуля, вот этот состав, а вот этот состав. Я говорю, слушай, если я буду постоянно читать твои составы, мне придется, блядь, всех послать нахрен и работать только с тобой. Ты понимаешь, ты открыла хоть раз интернет, посмотрела, что значит, какой состав у тебя в продуктах. Она говорит, нет. Я говорю, так зайди, посмотри. Многие считают, что заплатив мне определенную сумму денег, я становлюсь их рабыней. Я обязана читать каждый состав на их мизерных батончиках. Это не так. Для меня самое главное – саморазвитие человека. Я помогу без проблем. Но пока вы сами не научитесь читать эти составы, а это очень легко, очень легко. Надо понимать, что называется сахаром в скрытом виде. И надо понимать, что, на что надо обращать внимание. Это жиры и углеводы. Сколько их должно быть, чтобы жопа не росла. Все, девочки, это очень просто. Это проще, чем учебник первого класса. Это все есть в интернете. Зайдите, посмотрите. Это все очень-очень легко. Я вам еще раз говорю. Многие люди предпочитают на Ютубе смотреть про пердящую собаку. Потому что интересно, потому что смешно, потому что тупой юмор, мозги отдыхают. Но хрен кто откроет какого-нибудь известного нутрициолога, американского там или русского, да, и посмотрит его семинар 25-минутный, хотя бы отрывок из семинара. Потому что что? Бля, мозги надо напрягать, скучно, вот это все. А только вот через вот такие знания вы улучшаете качество своей жизни и качество своего тела. Понятно? Занимайтесь саморазвитием, и будет результат уже через месяц. Вы станете интересным собеседником, у вас подтянется словарный запас, у вас мозги будут работать в расширенном формате, так скажем, что вы начнете улучшать свою жизнь, потому что вы будете понимать, что та жизнь, в которой вы живете, это не окончательный вариант вашего счастья, что вы заслуживаете лучшего. Это все идет через саморазвитие. Книги, правильные фильмы, правильные блогеры, правильные видеоролики на Ютубе. Это все идет маленькими-маленькими шагами к вашей счастливой жизни. А если вы сидите и обучились в 84-м году в институте, и сидите всем рассказываете, какой у вас кипящий опыт, никому нахрен этот опыт ваш не нужен. Почему? Особенно медиков вот это касается. Потому что все обновляется, все меняется, и эту информацию новую надо впитывать. И также я впитываю новую информацию касаемо питания, касаемо еды, касаемо состава продуктов, касаемо тех же сахарозаменителей. Я постоянно в этом плане развиваюсь. Иначе мои девчонки в один момент просто перестанут худеть. Но так как появляется новая информация, я даю им эту новую информацию, и они получают офигенные результаты только через мой труд и через их работу над собой. Понимаете? Поэтому всегда выбирайте путь саморазвития. Всегда. Это вам очень сильно поможет. И меня, конечно, очень сильно поражают доктора, которые назначают препараты чуть ли не на все парацетамол. Потому что жопа ленивая, на семинары новые ездить не хотят, развиваться не хотят. И я действительно считаю то, что именно в работе учителей, докторов, психологов необходимы просто тренинги и семинары по саморазвитию. Необходимы. И я очень рада, что такие компании крупные, как «Газпром», «Сбербанк», «Татнефть», «Башнефть», они всегда вызывают крутейших специалистов мира. Это мира, представляете? Которые им раскрывают человеческую сущность с широкой стороны. Что надо быть добрым, надо быть отзывчивым, что надо ставить грандиозные цели. Как это делать, как работает психология, какие новые информации получили в какой-то сфере знаний, какие-то профессора. Вот когда они вот этим всем занимаются, поэтому и компании процветают, понимаете? Потому что они очень много бабок внедряют в то, чтобы развивался каждый сотрудник по отдельности. А что мы обычно видим? Принцип ларёчка, да? Поставили маленький ларёчек, научили продавщицу продавать пивасик, и она этими знаниями дальше и колбасит это пиво, всё. А так быть не должно. Человек есть развитие. Как только вы перестанете развиваться, у вас всё остановится. Прочитайте в день по 10-15 страниц. Не можете? Можете, пиздите. Потому что в Инстаграме вы сидите столько времени, что могли бы прочитать уже 75 страниц, а не только 15. Умейте. Вот имейте навыки тайм-менеджмента. Вот, например, у меня есть девочка в Инстаграме. Блин, вот блогер, потому что блогер с блогерами, они начинают потом общаться. Вот Марина, мама в темпе, я не помню, как. Вот она учит, как распределять свое время для мам.
Прям там чек-листы, вот это все. У меня есть девочка, которая, например, Таня, она занимается косметикой, тоже очень полезный блог. Она учит распределять, чем надо заниматься, как строить, выстраивать этот уход за собой. Тоже офигенно, потому что когда у человека есть четкое понимание дня, что он делает, тогда у него все начинает получаться. И если у вас, вам кажется, постоянно не хватает времени, что вы такая занятая вся, Еву посмотрю, подождите. Так, если у вас вот нету времени категорически, особенно как мне пишут мамочки, у меня нету времени готовить, мне нужны обычные рецепты. Блять, зайди, вот просто сядь, пропиши, что ты делаешь с утра, прям по сколько минут, на что у тебя уходит сколько времени. Обязательно прописывайте социальные сети. Обязательно просматривайте, записывайте просматривание говнопередачи «Здравствуй, Дом-2». Обязательно записывайте все то, чем вы занимаетесь. Сколько вы сидите в туалете с телефоном? Сколько вы страдаете херней в Инстаграме? Сколько вы просто плюете в потолок, лежа на диване? Понимаете? Сколько вы тратите на обсуждение с подругой, чужой жизни? Вот это все записывайте. Поверьте мне, там вот соскребете 4-5 лишних часов своей жизни, которые вы можете пустить на саморазвитие и на изучение правильного питания, на готовку нормальной еды. Не надо мне рассказывать, что у кого-то недостаточно времени. У меня девчонки, медики, врачи. У меня девчонки, которые по ночам в пекарне работают, в пекле растяжопных пирогов. И у них прекрасным образом получается худеть. У меня есть девчонки, у которых трое, четверо детей. У меня есть женщины взрослые, которым сваливают всех внуков. Почему-то у них у всех все получается. Почему? Потому что развито чувство распределения времени. Изучайте вот это все, изучайте. Я вам уже накинула дофига моментов, которые вам надо развить в себе. Блин, реально на всякую фигню уходит время. Конечно, уходит. Так, я такая же лошня, выкинула в помойку ту гранулу. Гуля, наверное, помнишь. А, да-да-да. Так, да-да-да, у меня подруги, а как... Да-да, у меня подруги, а как ты худела, дай мне рецепты, блядь, а самим все адом, хотите худеть, стремитесь, ищите, читайте. Да, это люди, которые вообще живут позицией маленького инфантильного ребенка. Вот знаете, если бы у этих людей, у их сознания была бы внешность, это была бы вот такая внешность. И что, похудела, да? Ну дай мне, попробую. Ты им дашь, они не попробуют, но они всем будут рассказывать, что это все не работает. Вот поверьте мне, им надо все подавать. Ну, мозг умнее вас. Иди, иди, моя куколка, иди. Тут нельзя писать, тут тетя смотрит. Там пописай в туалете, ладно? Давай, свет включи. Можно говорит, я пойду пописаю? Так, поэтому, девочки, когда вас вот распирает жаба души, да, знаете, то, что, чтобы получить какой-то результат, надо сначала отдать что-то. Например, деньги, да? Вы отдаете деньги, вы получаете результат. Почему? Не потому, что вы отдали деньги, а потому, что ваш мозг понимает, что вы отдаете деньги, и, наверное, это ценная информация, наверное, надо это применить, наверное, это надо правильно приготовить, и я получу крутое тело. А если это досталось на халяву, вы ничего не будете делать. Вот поверьте мне, можно, можно, Зай. Вы ничего не будете делать. Почему? Потому что... Все, что достается на халяву, оно уходит в унитаз, сливается. Никто не пользуется информацией, которая достается на халяву. Я помню, к нам в институте приезжал профессор, очень известный по всему миру профессор. И нас туда отправили на сертификацию. Молодец, моя радость, сейчас я подойду. На сертификацию какую-то. Мы сидели с бабами, ржали, прикалывались. Это был идеальный мужик. Сейчас бы мои мозги... Когда я оказалась в институте, я бы вот так его слушала, я бы каждое его слово в себя впитывала бы, потому что он настолько ценную информацию нес. Но, сейчас, девочки, подождите, тут серьезные дела. Ты, Майя, нет, давай, вставай. Они маленькие, снимай. Снимай, мы их постираем, они грязные.
Вот так вот, девочки, прямые эфиры мамочки, блогера. Мама, я покакала. Так. Ой, так, дальше. А, реально, она дело говорит прямо грубо, но правильно. Девочки, я, в принципе, грубо не говорю. Вы путаете грубость с какой-то тактичной прямолинейностью. Грубо, это знаете, что сказать? Это сказать, что, слышь, а что ты жирная, это как свинота, вот это грубость. А когда ты говоришь то, что ты поправилась, потому что ты была ленивая в какой-то момент в своей жизни, это абсолютно не грубость, девочки. Просто это не потирание каждой жопы, запомните. Грубости тут нету никакой. Просто чуть-чуть вот расплывчато у вас понимание грубости. Грубость — это... послать просто человек, когда он что-то вам рассказывает, подойти и сказать, пошел ты нахер. Вот это грубость. А то, что я говорю, это никакая не грубость. Это просто констатация какого-то факта. И когда человек привык ныть постоянно, особенно когда в прямом эфире начинает ныть, как вы думаете, какую услугу я ему окажу, если я начну его жалеть? У него ничего не поменяется, потому что он привык так жить с детства. А если я скажу, а что ты ноешь? Ты сама к этому пришла, ты сама к этому привела свое тело. Ты сама сделала так, что твои бока вываливаются из любых джинс. Ты сама сделала так, что ты теперь весишь 85 килограмм. Где грубость? Абсолютно нету. Это называется навязывание человеку его ответственности. Возвращение ответственности за свои поступки. Никто не виноват в том, что кто-то пожирнел. Никто не виноват в том, что у кого-то нету денег. И никто не виноват в том, что у кого-то херовые отношения с мужиком. Виновата сама женщина, виноват сам человек. Потому что в определенный момент он не изучил принципы психологии поведения. В определенный момент он не стал идти на какой-то женский тренинг, где ее бы научили нормально себя вести люди с огромным опытом сохранения семей. Потому что любые отношения можно вытащить из дна, любые. Любое тело можно восстановить, любое здоровье можно поправить. Просто человек настолько ленивый, что в определенный момент он даже не захотел ничего делать. Понимаете? Так, я согласна, всякую хрень есть время, а приготовить нету, да. Правильно говорит, вот реально я покупала марафон по волосам и проходила, потому что было жаль отданных денег, чтобы не было жалко. Конечно, девочки, мои первые марафоны начинались так же. Я отдала денег, я должна была их пройти, потому что я потратила деньги, которые зарабатывал мой муж, и он всегда был за мое развитие, понимаете? И когда человек работает, зарабатывает, а ты идешь, покупаешь от балды какую-то херь, которой даже не пользуетесь, извините, это позиция, опять-таки, инфантильного маленького ребенка, который не умеет брать ответственность абсолютно. Так. Привет, привет, мои девочки, привет. У меня сегодня ноги с ума сходят после тренировок. Девочки, как вам тренировки? На ночь грецкий орех можно, после ужина, конечно, нет, нельзя. Грецкий орех – это очень жирный продукт. Это можно употреблять до 4 часов дня. Привет! Привет, моя хорошая Ириночка! Как у тебя дела? Как тебе попасть на маникюр? Никак, девочки, я сама уже начала делать у маникюрщиков, потому что мне влом это все делать самой. А если я и принимаю, я работаю только с постоянными клиентами. Так, ага, можно побольше рецептиков, обожаю вас за простоту. Да, конечно, можно, девочки, если вы не заметили, я начала уже периодически выкладывать рецепты. Буду учиться, буду это делать, недавно только освоила некоторые приложения в телефоне, поэтому будет больше рецептов. Готовьте, сегодня уже 3 человека тортик приготовила, вчера вечером выложила, сейчас Еву гляну. Сейчас мне тут много пишут, давайте-ка я поставлю на беззвучный. Тренировка отличная. Ой, девочки, я очень-очень рада. Молодцы мои красотки. Да-да-да, ноги сами ходят. Но это очень круто. Поверьте мне, вот как у девчонок живот таял на марафоне плоский живот, у вас жопа встанет, как орех просто. Именно не станет, а встанет. Вот все проснется. Так. Не ем продукты животного происхождения. Получается, что ваше меню не подойдет. Идите к профессиональным диетологам, которые занимаются вегетарианцами, и их меню вам подойдет. У меня направлено на абсолютно обычных людей, которые едят все. Все абсолютно. Так. Ага.
килограмма за месяц. Умница моя! Вот такими маленькими шагами мы дойдем до офигенной цели. У меня многие девочки пишут: Гуля, а почему у меня сброс всего 4,5 килограмма? А почему у меня сброс всего 5 килограмм? Почему у меня сброс всего 3,9, да? Я всегда их привожу чувство только одним. А если ты будешь худеть на протяжении 10 месяцев на 4 килограмма каждый месяц, что будет с твоим телом, если ты сейчас весишь сотку? Правильно, через 10 месяцев тебя никто не узнает, потому что в тебе будет 60 килограмм, и ты будешь потрясающей львицей просто. Женщины, вам шикарный такой. И все будет отлично с твоим телом, понимаете? Вот так это работает. Когда следующий марафон? Так, следующий марафон по попе пока еще не знаю. Следующий марафон по плоскому животу будет 20. Мостик убил. Что там? Ой, мостик — это мое любимое упражнение, кстати, девочки. Просто с непривычки вас это все подэтывает. Подбила, так скажем, ваше состояние. Я не смогла приседания 3 подхода сделать только 50 раз, очень болят ноги. Ничего страшного, научишься. Постепенно-постепенно мышцы будут крепнуть. У вас забыли ноги, что такое движение, понимаете? Люди в современном мире очень мало ходят, и поэтому любая физическая нагрузка кажется ебещей. Я когда в первый раз пришла на тренировку, я Маше сказала, я говорю: Маш, я не тренировалась никогда с тренером. Я говорю, пожалуй, я дома, говорю, тренировки делала самостоятельно, пожалуйста, пощади меня. И когда была первая тренировка, я думала, что она меня решила убить, просто прибить к полу прям там в зале, потому что мне было очень тяжело. Сейчас прошло уже полгода, как я занимаюсь с тренером 3 раза в неделю. Раз — это у меня выносливость выросла, и 2 — у меня размер попы вырос на 3 сантиметра. Смотрите, вот так у вас тоже будет стоять, видите? Это все выносливость, она растет. Она мне сейчас добавляет веса, и мне уже прикольно это все делать. Это привычка. Это уже все войдет в вашу привычку. Так. Спасибо большое вам за поддержку. Пожалуйста, моя красотка. Месяц на днях был минус 7200. Гуля, я тебя обожаю. Я вас люблю, мои красотки. Что делать, когда жор накрывает в первые дни месячных, пока держусь, ублажая себя овсяно-кокосовым печеньем? Ань, берешь... Один день, в начале месячных, жрешь все, идешь в МАК, заказываешь суши, хоть уже есть, ничего страшного не произойдет. На следующий день ты просто вспоминаешь, как это все кирпичом легло в тебе в живот, а это так и будет в желудке, это все будет вот так вот висеть после правильного питания. И поверь мне, тебе уже не захочется сожрать слона. Так. Я до этого приседала, поэтому нормально было. Завтра муж сказал, со мной будет делать. Красавчик муж. Зеленый чай помогает при похудении. Девочки, зеленый чай помогает при похудении, если только вы ебашите в горы и собираете его вручную. И притом поднимаетесь 8 км как минимум. Нет, конечно. Нет, конечно. Похудение помогает активный образ жизни, это то есть не менее 10 тысяч шагов в день, чтобы вы вообще ходили пешком. И в похудении помогает, чтобы не пережирать и убирать картоху и макароны с ужина. Вот что помогает в похудении. Зеленый чай помогает только в том, чтобы чаще сходить пописать. И все. Так. Почему от диет срываюсь? А диет вы срываетесь, потому что есть ограничения. Любая диета подразумевает: кушай вот это, не кушай вот это, только вот такое количество грамм, выпивай 15 литров воды в день, только гречка, только бурый рис, или, ну, короче, жопа. Не питание, а пипец. Именно в такие моменты ваше тело вам говорит: да я родился свободным человеком, я не хочу страдать этой фигней. И вас переклинивает, и вы срываетесь. И очень сложно потом восстановиться после диет, потому что ваш мозг, он запомнил вот ваше стрессовое состояние, и он думает, что он всегда будет находиться в стрессе, как только вы решите похудеть. Он не понимает, что правильное питание — это уже вкусно, вы не будете так страдать. Он не понимает, что физическая активность — это прикольнее, что вы не будете страдать. Он вспоминает вот это состояние ваших диет, когда вам было херово, запоминает, запечатывает вот эту информацию и говорит вам: помнишь, как тебе было плохо, даже не начинай. А на самом деле, когда вы адекватность включаете, здравый смысл, и объясняете самому себе, что правильное питание – это круто, это не та диета, на которой я сидела, мне будет хорошо, моему телу будет хорошо, я буду стройнеть, я буду красивая, я буду сытая,
и происходит, о чудо, у вас все проходит легко и гладко, и вы смотрите на себя в зеркало через полгода, а там минус 25-30 килограмм. И все отлично. Даже знакомые не узнают, бабы какие-то бесят, что вы похудели, мужики вслед смотрят, жизнь поменялась в офигенное русло. Поэтому диетами никогда не страдайте. Вот никогда. Из-за диет вы наберете больше. Закон компенсации, здравствуйте, никто его не отменял. А можно вопрос, как относитесь к сухой щетке? Что-то загорелось. Отлично отношусь, сама делаю. Вот у меня прям, вот в этой полочке лежит моя сухая щетка. Твое питание, которое платное за 1400, будет рассчитано именно под меня. Рацион с КБЖУ полным расчетом, да. А завтраки, обеды, ужины для всех общие абсолютно. Так. Вот, девочки, еще знаете, какая ошибочная фигня эгоистичных людей? Я не к вам отношусь, обращаюсь абсолютно, не вздумайте на меня обижаться. Люди изначально думают то, что я хочу, чтобы она работала только со мной, и чтобы она составляла все только для меня, под мой рост, вес, и чтобы это было только мое, чтобы ни у кого такого не было. Вы хотите красивое тело или вы хотите попонтоваться, что это только для вас? Поверьте мне, у меня на курсе девчонки худеют, именно худеют офигенно, на 40 килограмм по категориям завтрак, обед, ужин. Неважно, сколько вы сейчас весите, вы можете 250 грамм порции съедать и в 73 килограмма, и в 133 килограмма, вы также будете худеть. Организм умнее вас, он остановит именно тогда сброс веса, когда ему будет нужно. У многих это 57 килограмм, у кого-то 59 килограмм, у кого-то 53 килограмма. Поэтому не гонитесь вы за этой штукой, как «только для меня, только для меня». Вот это то же самое, что прийти к доктору и сказать: «я хочу, чтобы ты меня вылечил от, например, ОРВИ, но при этом создай лекарство только для меня, под мои гланды, чтобы оно было сделано только под меня, под дату моего рождения». Только, только для меня, пожалуйста. Врач вам что скажет? Идите нахер, пожалуйста, вы адекватные. Потому что есть принципы основные, которые помогают всем абсолютно, если только у вас гормоны не пошли по пизде вообще. Если вы их не угробили конкретно. Запомните, не надо искать вот этой индивидуальности во всем. Это ни к чему хорошему не приведет, вы ебете себе мозги, заебете другому человеку. Скорее всего, это заебистые люди только так делают, конечно, вот честно. Честно, эта практика показывает вот это. Ищите самые главные эффективные способы. А мой курс эффективный на 200%. Девочки, сердечки, жду, кто сбросил лишний жирок. Ты классная, спасибо огромное, мои хорошие. Вчера свекрови на день рождения приготовила вишневый пирог по твоему рецепту. Магазинный торт никто не ел. Спасибо за твой труд, пожалуйста, мои красотки. Скажи, те продукты будут простые. Я живу в селе, у меня нет возможности покупать всякие дорогие морепродукты и прочее. Девочки, вы что думаете, что я деньги жопой жую? Вот скажите мне, пожалуйста. Сидит Гуля в зале дочь, и я ей сейчас Еве скажу: Ева, выключи омара в духовке, пожалуйста. Такого нету у меня. У меня обычная гречка, макароны, помидоры, огурцы. Все, там ничего такого нету. Запомните, все, кто у меня в первый раз на эфире. Все самое обычное. Так. Спасибо огромное. Ну, говорят же, рассчитать КБЖУ. Рассчитать КБЖУ, да. Потому что люди продают расчет КБЖУ. Им надо, чтобы это покупали. А на самом деле вам просто нужно кушать, соблюдая порции, и больше двигаться, чем вы кушаете. Вот принцип здорового, нормального похудения. А то, что везде кричат про это КБЖУ, это уже устарелая версия похудения. Вам надо знать соотношение белков, углеводов в тарелке по граммам, чтобы похудение шло. И понимать, что нельзя кушать на ночь. До свидания макароны, до свидания картоха, к которому мы так привыкли. Вот и все. И тогда вы будете худеть очень плавно, спокойно, с кайфом. И самое основное, вы поймете суть правильного питания. Даже если вы окажетесь в глубокой жопе мира, где нету связи, где Гули рядом с вами не будет, но у вас будет накрытый стол где-то в деревне, и вы будете знать, что это вы будете кушать, потому что это не влияет на размер вашей пятой точки. А это вы уже не будете кушать, потому что состав убогий, потому что вы это уже сами знаете. Вот как я создала свой курс, что мои девочки со мной месяц-два советуются, все спрашивают. На третий месяц все понимают и тупо присылают отзывы. И я просто пищу от восторга с каждой, которая худеет. И потом еще мне девочки мои, многие вот рецепты, которые я выкладываю, готовлю, мне мои девочки отправляют, они сами придумывают эти рецепты, понимаете? Гуль, попробуй это сделать. Я пробую, я делаю, у меня получается. Потому что они поняли суть и составы правильных продуктов. Гулечка, как правильно вернуться к ПП?
После болезни 5 дней вообще не ела, ни капли, кусок в горло не лез. Супчиков, начинай с супчиков, чтобы в желудку было легко-легко все переваривать, бульончики, без жарки, отварное. Постепенно вот так посиди недельку на таком питании и возвращай уже выпечку ппшную, уже курочку в духовке, и все будет нормально. По вашей программе скинула больше 10 килограмм и буду продолжать так же. Вы самая лучшая. Спасибо, Гульнас, моя красотка. Спасибо огромное. Гуля, для кормящих ваша программа подходит? Лактация не снижается? Нет, абсолютно, девочки. Кто кормил сисюлями? Напишите, пожалуйста, сюда. У кого-нибудь молоко уменьшилось? Ни у кого. Вообще ни у кого. Запомните, это прошлый век, когда говорили, вот что ты ешь, то и передается ребенку. Это полный бред. Вы либо предрасположены кормить хорошо, либо не предрасположены. Каждая беременность, она по-разному может выступить. Я Еву кормила так грудью, получается, с 3 месяцев ее жизни я была на ПП. У меня молоко в 11 месяцев уходило 9 дней, девочки. И вот у меня грудь вот так лопалась, она была размера 6-го. Потому что у меня молока было море. Мне кажется, я весь роддом могла прокормить. На ПП похудела на 30 килограмм, и молока было очень-очень много. А для беременных программ подходит? Конечно, подходит, только про сахарозаменитель надо уточнить у доктора. Как относитесь к разгрузочным дням? Рассказала в начале эфира, отрицательно. Секс помогает или нет? В похудении, конечно, помогает. Секс – это такая же спортивная активность. Помогает 100%. Тем более оргазм, который вы испытываете, очень благоприятно влияет на ваш психоэмоциональный фон. Помогает. 100% помогает. А вот будет ли секс, когда у вас будет очень-очень много килограмм, и как вы будете к себе относиться, это уже вопросики. И какого качества он будет? Если у вас там трусы на люстре висят, и вы все на свете расшатываете дома, это крутой секс. А если без света и втихушечку, это уже плохой секс, девочки. Это уже идет к состоянию, скоро секса не станет. Потому что вы собой недовольны, вы себя стесняете, свет включать не разрешаете, трогать себя, не дай бог, не разрешаете, чтобы ваши жирочки волнистые не оказались в руках вашего мужика. Потому что стесняетесь. Чтобы вот этого не было, надо всегда поддерживать себя в офигенной форме. В какое время можно кушать ПП в выпечку? Либо на завтрак, либо на первый перекус. Спасибо, пожалуйста. Сейчас я погляну. Так. Ага. Салат можно заправлять льняным маслом, лучше оливковым. Так. О, господи, столько вопросов. Подруга бесится, что я худею с тобой, аж чувствуется Многих женщин бесит, когда другая женщина худеет. Я вам уже рассказывала, почему так происходит. Потому что женщина прекрасно понимает, что она также может начать худеть, но ленивая жопонька не позволяет это делать. Из-за того, что другой берет силу в свои руки и начинает худеть, она бесится, потому что правильно, вы станете лучше ее, растить соперницу в лице подруги не очень-то и классно. И я уже хочу вам сказать, стоит задуматься, какого качества эта дружба. А женщины очень завистливые существа. Если тем более женщина на низком уровне развития, они всегда будут соперничать, всегда будут друг по другу пиздеть, они не будут уметь дружить, обсуждать кого-то, беситься, что вы похудели, беситься, что вы нашли себе нормального мужика, беситься то, что вы купили себе красивое платье, беситься, что вы просто стали крутая внешне. И это всегда будет интуитивно чувствоваться, вот этот вот оскал такой, похудела, да, заболела, что ли, мужик изменять начал. Никогда не скажет, ты похудела, правильным питанием занялась, такая умница. Чё начинают говорить такие люди? Обычно с обратной стороны, чё, болеешь? Чё, мужик начал изменять? А что случилось? Никогда не скажет, такая ты молодец, взяла себя в руки, никогда такого не скажет. Так, всем советую, продолжая страницу. Спасибо вам, Гуля, пожалуйста, моя красотка. С диастазами, я так понимаю, лучше врачу 100%. К хирургу.
Так, про выпечку ответила. Тушеную в томатной пасте капусту можно? И как овощи есть без учета порции? В томатной пасте, да, можно. В соусе уже по-другому. Гулечка, можно колу без сахара? Да, можно смело. Там используется, кстати, сахарозаменитель в составе. Так. Ага. Как быть в гармонии? Кругом все стройные, аж бесит. Вас бесит нестройность чужих людей. Вас бесит то, что вы не можете все взять себя в руки и волю в кулак, потому что лень матушка присутствует. И вы беситесь из-за того, что другие смогли это сделать. Понимаете? Когда вы поменяете мышление свое и будете понимать то, что человек молодец, он начал заниматься собой, будете спрашивать, как он к этому пришел, будете искренне интересоваться и, наконец, начнете что-то делать, чтобы ваша жопа стала меньше, вы станете более добрым человеком. Вот я вас уверяю, у меня очень много девчонок, которые очень дерзко со мной общались в начале общения, которые прям бесили, что надо готовить. Вот, Гуля, ты что, не можешь мне таблетку дать, чтобы я похудела, да, например? Что мне именно гречку стоять и отваривать? Ну, прям в грубой форме так общались. Я очень быстро осаживаю таких людей и говорю, ты хочешь быть красивая, голая у зеркала, либо хочешь жрать и быть жирной. Скажи мне, конечно, я хочу быть красивой, но тут столько всего готовить надо, состав вообще непонятный. Я говорю, подожди, состав чего тебе непонятный? Что ты не можешь приготовить? Отправь мне конкретно рецепт. Отправить человек не может, потому что не прочитал даже курс, просто лень. И вот сидят тут некоторые... Бля, готовить надо, бля, книгу читать надо, бля, вот так вот бесит. Ну, привыкли беситься постоянно, потому что за них же кто-то должен похудеть, за них кто-то должен мужика найти, за них кто-то должен построить идеальные отношения, постоянно, за них кто-то должен что-то делать. И именно когда вот эта личность человека уходит на второй план уже, и человек понимает, что происходит со мной, дело моих рук, что происходит с моим телом, дело моих рук, что происходит у меня в отношении, дело моих рук. И тогда его перестают бесить чужие успехи, потому что он понимает, что раз он не успешный, он виноват в этом сам. А когда вы поймете то, что вы сами ответственны за свою жизнь, и вы можете сделать из своей жизни конфетку, и все у вас будет хорошо, вот тогда у вас все начнет налаживаться с космической скоростью. На ужин квашеную капусту можно, не всегда в квашеной капусте часто используют сахар. Спасибо большое, пожалуйста, крутая, спасибо огромное. Так. Прошла столько курсов, только с тобой сбросила 19 килограмм, люблю, вы моя хорошая. Многие не курсы проходят, многие до меня проходили какие-то псевдомарафоны, где было очень сложное меню с использованием яиц динозавров, особенно правого яйца, либо левого, это тоже имело значение. И они разочарованы были в системе правильного питания в целом, потому что им казалось, что это очень сложно. И спасибо моему институту педагогическому, который я закончила в Уфе с красным дипломом на минуточку, я учитель истории, я научилась очень хорошо доносить информацию до людей в легкой, доступной форме. Соответственно, поэтому у меня курс сложился очень... хороший, информативный и доступный, ключевое слово. Поэтому люди стали понимать суть, и у них стало все получаться. И я не держу себя на подсосе никого. У меня девочки один раз мне заплатили, я их веду до результата. И все. А у многих что такое? Придите ко мне на марафон, который длится 20 дней, я вам дам питание, купите его за 350 рублей, и типа вы похудеете. Там открывают это меню, один день выдержали, потом им вообще ничего не охота делать. И им кажется, что все правильное питание связано вот с этими идиотскими рецептами, которые у них были куплены за 350 рублей, например, да? А у меня же на курсе все очень легко, и все очень идеально готовится, простейшим образом. И поэтому девчонки доходят до результата, и им кажется, то, что они... у них что-то не получалось, и что они ждали только меня. На самом деле информации в тех курсах просто не было, девчонки. Есть все равно хорошие ребята, которые очень доходчиво доносят информацию. И я рада оказаться в их числе, которая помогает людям избавляться от этого жира. Как ни крутите, жир очень мешает нормальной полноценной жизни. Очень мешает. Нормальной полноценной активности, нормальной полноценной личной жизни, нормальным полноценным отношениям с мужчиной, с противоположным полом в принципе, с друзьями,
Очень сильно мешает в постройке личных границ. Обычно жирненьких всегда обижают, со школы особенно. Очень сильно мешает становлению нормальных пищевых привычек во всей семье. Про здоровье я вообще молчу, и про длину жизни, когда он есть, этот лишний вес. Поэтому, девочки, это все, в принципе, взаимосвязанные вещи, и поэтому я вам говорю, не тормозите, не тяните кота за яйца, пока у вас не начнут отказывать суставы. Так. Гулечка, бывает, нет времени приготовить ужин, можно ли на ПП куриные полуфабрикаты? Нет, 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 нет. Я вам в сторис недавно только показала, сколько в полуфабрикатах жиров и углеводов, и сколько в куриной грудке. Разница в 4-5 раз больше. Не надо, я прям из пятерки вам снимала видео. Я вам еще раз говорю, девочки, не смотрите жопой, пожалуйста, мои сторисы. Включайте звук, смотрите нормально, там очень много полезной информации, очень много. Поэтому, Гуля, витамины... Угадай. В какой ручке? В какой ручке? Вот в этой. О, это мне денежка? Спасибо. А какой угадай? Вот тут. О, моя, спасибо тебе огромное. Я еще тут одну. Вон, наверное, еще. Давай. Иди, иди, принеси. Смотрите, моя дочка из копилки своей дала мне деньги. А? Закрой, закрой. Вот это верно, у меня препод был, знал много, а донести до учеников не мог никак, девочки. Многие умы мира, человечества были загноблены, так скажем, именно из-за того, что преподы многие не умели доносить. Я историю так же легко доношу, что у меня дети все понимали. Просто там не было мата и слова жопа. Так, Гуля перешла на ПП... На майонез смотреть не могу, а раньше жить без него не могла. То же самое с сахаром, подсолнечное масло вообще из дома вывела. Научилась готовить по-новому, сама просто в шоке. Спасибо, пожалуйста. Давай. Вот в этой ручке. О, ничего себе. Спасибо. А как угадала? Вот этой. Ева, все, больше не надо приносить. Еще? Нет, Ева, больше не надо. Куда я это положу? Не надо. Да вон монетки достань, нельзя денежки обижать. Когда грудью кормишь, после 6 охоты есть, что можно кушать? А кто вам сказал, что после 6 не надо есть? Вот скажите мне, пожалуйста. У меня на курсе за 3-4 часа до сна смело можете кушать. Какие посоветуете витамины? Я пью фемибион первый сейчас. Тебя интересно слушать. Спасибо, Аленыч, приятно. Боитесь коронавируса? Девочки, вот запомните одно. Больше страха. Больше страха и вот этого всего наведено. Кушайте нормально, пейте витамины, соблюдайте... следите за своим иммунитетом, и все будет хорошо. Я об этом не думаю. Там можно вообще свихнуться, мне кажется, если переживать за каждую эту фигню по телеку. Спасибо, моя хорошая, спасибо огромное. Пожалуйста. Стала говорить комплименты коллегам и получать от этого удовольствие. На меня другие смотрят как на дуру, а мне пофиг, я счастлива. Да похер, вот не похер, что другие думают. Пусть смотрят, делай комплименты, будь другой. Потом они также будут себя вести, это всем приятно. Так, пастилу можно кушать? Не всегда, это растяжопа. Что лучше есть к вечеру? Овощи и мясо? Блин, столько вопросов, девочки. Какой? Гуль, люблю твой блог, особенно, что нет рекламы. Вот в этой ручке. Спасибо, моя куколка. Только после денежек руки помой, ладно? А где, в какой ручке? Давай. О, столько мне денег принесла моя доченька. Дай еще минуту. Один раз и все. Витамины повторите, пожалуйста. Девочки, я не буду рекомендовать тут витамины, которые мне назначала врач. Идите к доктору и спрашивайте. Сдавайте анализ на состав витаминов в крови, и пусть вам назначит профессионал. Так, особенно, что нет рекламы. Да, правда, рекламы у меня нет. Кто недавно у меня, а он потом поймет, когда останется уже в моих рядах моих читателей. Рекламы у меня в блоге нет абсолютно. Спасибо, что любите мой блог, потому что это огромный труд, огромный, девочки, труд. Шоколад Победа без сахара можно есть? Если да, то сколько можно? Не каждый день, но по 3-4 квадратика смело можно. Правда, что темный и горький шоколад менее вредны фигуре? Нет, абсолютно неправда. Там разница в составе калорий мизерная просто. Вот в этой. Все, Ев, больше не приноси, мне некуда ложить. Давай. Вон монета упала.
Давай. Давай поиграем. Сейчас. Ой, какие ручки грязные. Иди-ка салфетки принеси, почищу тебе. Нет. Так, девочки. Ой, блин, зарядка уж садится. Видите? Кто хочет еще попасть на марафон плоский живот и орех? Орех принимаю вот сегодня. Сюда правый, вот сюда правый. Сейчас положу. Нет, туда нельзя ложить. Принимаю. Пишите в шапке профиля, там заявку можно оставить. Плоский живот будет точно только через полгода, поэтому успевайте, чтобы потом не обижаться на меня. Стоит 590 рублей плоский живот. Через полгода будет следующий поток, где-то в конце августа. Так, у тебя тоже бывают срывы? Нет, у меня теперь срывов нет. Девочки. Я просто нормально разрешаю себе все поесть. Все, я вас очень сильно люблю. Всем хорошего вечера.